как ночь прошла? Каждый днем все хуже. Людей меньше. Ракет для БК меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас 3-4 ракетки. Пук. Минки пук. Хохлы та-та-та-та-та-та-та-та, бля. А мы пук в ответ. Свои по нашим ебали, по нам, можно сказать. 30 метров градами положили. Что сделали? Наши по нам въебали сегодня утром. А что, они дураки или как? Ну, какой-то дурак скорректировал 500 юг, а надо было 500 север. И прилетело нам фактически. Они север-юг не знают даже. Корректировщики. Мы опять сегодня старые позиции штурмовали. Опять всех положили наших хохлы. Хотели вернуть назад, всех положили там походу. 200-300. Захлебнулась атаками. Приказал зам комбата, блядь, большой, блядь, пидор, блядь, отбить обратно позиции. Потому что сзади наши будут стрелять по ним, если не пойдет. Ну какие же дураки, а? Да мы говорим, тут мясо, просто для мяса не видите. А раненых как забирают? Сами выползают. Выполз, нет, сдох. Идиоты, блядь. Это некому стрелять или нечем? А? Нечем стрелять или некому уже? Секунду, блядь, они стреляют далеко. Если бы они били с прямой наводки, они попадали бы. Они не бьют. Бьют где-то там далеко, из тыла стреляют. А корректировщики, вон у нас какие, блядь. Или в поле попадаем, или по нашему. Я говорю, там хохлы, она хохочет просто сот кипятком, блядь, под смех. Они даже не прячутся, блядь.